Всем привет! Сегодня у нас видос по кейсам из Counter-Strike. Мы играем немножко в Counter-Strike и пытаемся заполучить туда разные шмотки и повыбивать их. Надеемся, что мы выбьем сегодня на видосе хорошую шмоточку. Это мой первый кейс, думаю, первый раз и первый на удачу. Давай сначала с топ-кейса начнем. С конфеточки. Так, смотрим. Вот так. Какой поинтересней. Давайте одни из нас попробуем с этого кейсечка открыть. Тут шикарно, что можно вот это бы выбить. Ну сразу же нам не повезет. Ну что ли, погнали. Барабан крутится. Ну. Ну вот это давайте. Так. 166. Ну, среднячок. Но он как раз отбивает кейсик. Даже не знаю, оставить или продать. Давайте продадим его. Плюсики. А давайте еще откроем один. Плюсики, потому что мы... Хопс, еще открываем, крутим. Кейсик. Деловой центр. Ну... Так, ну все равно мы в плюсике. Можно еще раз. А давайте посмотрим, что еще есть там. По кейсикам. Вот интересно, что еще же там есть? Кейсики. Так. Это еще с бонусами есть такое интересненькое. Так, что в этом может быть? Тут тоже интересненькие шмотики есть. Не, давайте посмотрим другое, пацаны. Так. А вот тут что у нас? Такое интересное есть. Давайте вот это попробуем один открыть. Открываем. Давай, ножик! Чё? Охренеть! 1,5 куска! Вот это мы оставляем! Это топ! Шмоточка! Круто! Кейсик. Ну все, тут больше не будем удачу испытывать там. Так, 50 по 100. Так, по кейсику откроем. Потом будем мелочевку так до интересика. Погнали. Предатель! Ну, вообще говно. Хорошо. Кейсик другой сейчас. И вот этот. Погнали. Тут тоже неплохие шмотки. Только. Но вообще разочарование. Так, чё? Как мы поиграем еще? Так, ну давайте вот эти пооткрываем. Давайте вот это. Смерть, гост, призрак. Ну, такие себе. Ну, можно два таких открыть. Так, сколько? 6. Г.
Так, и еще один. Это не дадут нам. Смокинг. Смокинг. Это 1 рубль. Продаем. Давайте мы еще прикрутим. Городская фигня. Вообще. Так, идем дальше, посмотрим чего-нибудь еще. Такого интересного по кейсикам. Давайте два волчонка откроем. Первый волчонок пошел. Сколько? 30. Пофиг. Так. И второй волчонок. Но опять не очень. 30 очки. 39. Даже не хватает еще на один. Что еще такое? Посмотрим в кейсиках. Так. Смотрим кейсики. Так. Одного бомжика давайте откроем. Посмотрим тут, может, что-то интересненькое. Что нам бомж придаст? Так. Контракты его мы скинем. Так, идем в кейсики, оставляем этот кейсик. Так, давайте посмотрим еще какие-нибудь два интересных кейсика. Так. Не, давайте один. Вот этот. Не, даже вот тут можно. Кейсик, какой-нибудь интересненький. Так, вряд ли тут что-то интересное выпадет. Нам опять удача повезет или нет? Так, захоронение. 55. Возвращаемся к этим кейсикам. Так, не он. 2,2 неона как раз хватит. Крыть. Семь. Какашка. Какашка. Так. Смотрим. Сколько? 26 у нас. Давайте тебя мы откроем. Призрак. Гост. Прототип. Сколько? 5. Оставим. Заходим в контрактики. Раз, два, три. От 3 до 60. То-то, конечно, не будем сливать. 5 рублей. Хорошо. Так. Решение. Ангриды. Исики.
Так. Это интересно посмотреть, что там за от 0 до 20 кейсики. А 4. Даже на вот это не хватает. А, подожди-ка. Чему не хватает? Сейчас. Так. Так, мы это продаем. Да. Этот мы получить должен на Steam. Подтверждайте вывод скинов. То, что хотите вывести этот скин. Конечно, хочу. Так. Кейсик. Кейсы, кейсы, кейсы. Так. Супер лягушку откроем. Лягу. Что из него может выпасть? Самое фильм крутое. Да, дешевенько. Погнали. Топ-кейс. Обидно. Уфо, да, какой-нибудь? 3 рубля. 6-4 не хватает, да, на кейс. Кейсик не хватает, да? Да. Обидненько. Обидненько. Всем спасибо за это. Смотрели мои открытия кейсов. Ну, сегодня вообще топовский. За полтора к шмотка. Всем спасибо и всем пока.